Больш за 2000 чалавек на Магілёўшчыне прынялі ўдзел у цэнтралізаваным тэсціраванні па грамадствазнаўстве. У Беларусі працягваецца экзаменацыйная кампанія. Нагадаем, сёлета ў Магілёўскай вобласці зарэгістравана амаль 37 тысяч удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання, а гэта на 13% больш леташняга. Ближе до 11 годины до места проведения тестирования собираются не только экзаменуемые. Подтримать будущих абитуриентов у такой важный день имкнутся и батьки. И хвалюются не меньше за удельнику ЦТ. Как любая мама будет волноваться за своего ребенка. Ну, готовился по мере своих сил, как мог, так готовился. Ну, как получалось. Будем надеяться, что поступит. Учиться пожелать детям удачи, чтобы им сегодня сопутствовало, чтобы у них все получилось. Ну, чтобы все, куда они задумались, чтобы туда и поступить, как говорится. Терпение, здоровье, еще очень впереди тяжелый путь у них. Поэтому всем абитуриентам удачи. 16 червня на тестирование по грамадознавству на Могилевщине зарегистрировалось больше за 2000 человек. Я собираюсь поступать в БГУ. Готовилась усердно, потому что я знаю, что это важно. И я знаю, что чем усерднее ты готовишься, тем больше шансов тебя поступить. Готовилась, ну как готовилась? Не так долго, а полгода буквально. Конечно, все сложно, ничего легкого нет у нас. Ну, я готовилась к ЦТ у репетитора, ходила год к ней, как бы подготовилась, ну, думаю, что достаточно хорошо. Волнения особого нету, потому что РТ как бы писала, ну, на достаточно высоком уровне. Вот. Ну, надеюсь, что все получится. По традиции, самые популярные у будущих абитуриентов тестирование по русской и белорусской мовах. К сожалению, у нас в Бобруйске были нарушения, связанные с проносом мобильных телефонов в аудиторию. Ребята из вступительной кампании текущего года автоматически выбывают. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 липеня. А праз два тыдня на сайте Республиканского института контроля ведаў з'явятся первые выники. Дарья Семянько, Александр Тарасов, новини региона.